Не хотите сказать, типа, что там вообще... Внизу же ничего нету! А-а-а! Прям в нас! А-а-а! Жестко! Одна лестница осталась. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Фриз, Форум, Гусанек, Черный, Ятучка, Охотник, Арара, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Сегодня у нас очень крутая рубрика, пацаны будут выживать в деревянном доме, но мы будем разрушать не просто так, а с большого расстояния. Мы скачали еще классное оружие, Шрек, которое летит на весик, пацаны будут видеть заранее, куда летит снаряд и пытаться выжить. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ну что, пацаны, первый снаряд пошел. Давай. Так, проверим, как оно вообще будет разрушать. О, есть, отлично. Вот, кстати, я не могу сразу два стрелять. Всегда будет помедленнее, как-то оно летит. Отлично. Так. Оно видно хорошо, куда он летит? Да. Вообще жир. Сюда. Да не... Ай, красота какая! Вообще классно. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день, стараемся снять что-то очень-очень крутое. Так, отлично. Еще летит какие-то там матюки, говорит, или что это? Метки? Ребята, кто останется последний выживший, будет стрелять с этой вышки. А я буду там выживать. Все нам снес. Ну, совсем? Нет, еще не все снес, ты чего? И на половину хаты. Оно долетать не будет. Оно не долетает уже. Не переживайте, я вот так на краешек встану. Более навесик сильнее возьмем. Сейчас долетит, смотрите. Так. Ничего страшного, пацаны, я сейчас что-то придумаю. Без выходных ситуаций не бывает. Ну уже. Ну, долетает. О, давайте я прям выше вот так сделаю. Смотри. Она прям сюда. Бум. Отлично, первый умер. Черного выкинула. Первый умер. Вы что, не видели, что она туда летит? Еще полетела. Бум, отлично. Ну что, я вижу, где они стоят. Сейчас будем пытаться туда попасть. Конечно, очень мелкий такой у нас масштаб. Еще. Отлично, летит. Ой, красиво! Ну что, пацаны? Саня выиграл. Санек выиграл? Да. Ты последний, Санечек? Да. Ай, красота! Так, ну что, теперь у нас будет Гусанек, а я буду выживать. Сейчас будет еще интереснее. Ну что, давай, Гусанек, давай хоть посмотрю, как оно со стороны смотрится. Полетел. Нет, маленький навесик взял. Кстати, он не может сразу стрельнуть много штук. Надо ждать, пока этот приземлится. Ой, это уже ближе было. Вау. Это уже было ближе. Надо еще выше брать. А, первый уже есть? Я даже почти не успел. Бум. Нет, надо еще Гусанек выше брать. Сильно низко берешь. Прям навес такой побольше возьми. Там второй, кстати, у нас два оружия Шрек. Тот второй, он более дальше летит. Во, вот это уже что-то поближе к теме. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бам, офигенно сделано, круто. Так, давайте отойдем сюда. Я смогу вообще... Ой, что меня постоянно куда-то в сторону толкает? В мою сторону стрельнул! Смотрите! Ой, надо подальше отойти, ну нафиг! Дима, беги! Так, ребятушки, давайте здесь стоять. Подальше встанем. Прям хорошо, запасик есть, кстати. Бум, не долетает, надо дальше стрелять. Только не бей. Гусанек, бери выше, чтобы было прикольнее. Прям высоко, не стесняйся. Во! Вот это я сейчас сказал, и на свою голову, и ко мне прилетит. Ой-ой-ой, красиво! Так, полетел. Ну, очень хорошо видно, куда он летит. Бам! Что-то уже, мне кажется, не долетает. Не, долетает. Вот это долетит. Долетает. Бум, еще больше. Так, давайте здесь встанем. Ой, блин, в эту сторону летит, пацаны, отходите. Бам! Так, летит. Низковато как-то берет. Ну. Ничего. Сейчас налобается. Надеюсь, я сейчас тоже выживу, буду опять воевать. Надеюсь, нет. Ой, что-то не долетает уже. Наверное, надо здание ближе ставить еще. А, не, долетает. Нет, не долетает. А до второй части не долетит. Так. Гусанек, попробуй выше взлететь, как я свысока стрелял.
Во-во, ой-ой-ой, вот это я ему подсказал, но сейчас будет пожёстче. Так, я вижу, куда он летит, очень просто. Опа, четкое попадание. Так, давайте здесь будем стоять. Летит, летит Шрек. Воу, красавчик, молодец. Осторожно, осторожно, пацаны. Не долетело. Что, у меня летит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бум, кстати, прям под нами разрушилось. Ай-яй-яй, он в эту сторону стреляет, пацаны, я вижу. Так, непонятно, куда оно приземлится. Ой-ой-ой-ой-ой. Все так хрустит. Так, в эту сторону стрельнул, я вижу. Бум. В эту сторону стрельнул, мы видим заранее. Ой, здание рушится, вы слышите? Ой, нам да. Офигеть, маленький кубик остался. Подожди, я смогу туда перегнуть или нет? А! Есть, отлично, я прыгнул. Не попал, не попал. Хорошая попытка была. В мою сторону стрельнул. А, я упал! Все. А кто вы? Кто последний прыгнул? Я. Форум. Форум, ну что, молодец, затащил. Первый Шрек полетел. Сейчас у него будет очень большой запас. Так как мы его близко поставили. Ой-ой-ой, еще второй полетел сразу. Перелет, перелет. Нет. Ай! Бум. Выше, выше, еще бери чуть-чуть. Не подсказывай, Дим. Хорошо, не буду. Бери выше. Ой, красиво. Так, еще один у нас слился. Красиво, летит. Уже Арара сейчас выживет, и он все-таки постреляет по нам. Навесиком полетело. Красавчик, смотри, как... Бум, прям в вышку попал. Ну, нет. О, давайте возьмем камеру в руки, мы сможем туда зумить. На. Ого, у меня зум. Прям жестко разрушает, пацаны. Так, там еще четверо игроков. Интересно, ребят, напишите в комментариях, кто из них выживет. Потому что, в принципе, записывают сюда постоянно. Но есть и новенькие. Не попал. А, он спрыгнул, поэтому снизу тяжелее ему стрелять. Спрыгнул, потому что я часто падал. А, я упал. Все, гусанек. Полукрасавчик. Так, давай мы тебя вверх поставим. Стой, давай, стой, стой, стой. Да, чтоб ты этот лучше стрелял. Ты как папа подносит. О, давай, давай, стреляй. Поможем ему, ребята. Чтоб четко попадание было. Ой, сразу второй полетел. Давай еще ближе. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ай, красавчик! А сразу два можно запускать? У меня что-то не получалось. Бум. Так, ну что там, осталось двое игроков. Я вижу, один на левой, один на правой части стоит. Ой, ара-ра, ну так бывает. Ну что, не угадал сторону. Уже полетел? Это было самоубийство, я понял. Подождите меня. Давай, мы ждем тебя. Но уже полетел Шрек. Ой-ой-ой-ой-ой. Прям... Ну нафиг, прям надо мной взорвалось. Надо подальше встать. Кстати, у нас есть еще машины с ракетницами. Можно будет машину с ракетами использовать. Я упал. Химарс можно было взять. Ребята, есть такое оружие классное у нас. Ну ничего, ну я знаю, у него есть большой запас. И еще раз перелет по любасу. А нет. Нет, нет, нет. Ай-яй-яй, 73% жизни. Нифига себе ты разрушил третью часть. Ой, не тот делал. Ой, ой, ой. А если я упал от объекта, это считается, что я уже все проиграл? Я застрял. Ну не знаю. Ну давай выживать дальше, мы что, живые еще? 51 жизни осталось. О, спасибо, спасибо, спасибо. Тю, я думал, он отскочил, это челик спрыгнул с крыши, думаю, нифига себе, Шрек отскакивает. Так, надо оттуда текать. Ой-ой-ой! Дима, мы с тобой... Нифига себе, четверых сразу, что ли, снял? Да. Молодец. Так, ну что, нас трое. Пацаны, внимательно. Летит, летит, летит. Перелет. Отлично, отлично. А! Я упал. Ладно, будем считать, что проиграл, потому что все уже. Ой, что? Ой-ой-ой. А, все, все, упал. Гусанек выиграл. Ура. Гусанек, ты выиграл, да? О, может, на такой поживаем, не хотите? О, давай. Давайте, поднимайтесь. Нет, давайте я только подальше поставлю. Давайте вот так я ее поставлю. Во. А как залезть? Нет, еще дальше. Еще дальше. Во. А вы сможете? А есть тут лестница внутри? А тут есть. Она есть. А, ну все, пацаны, поднимайтесь. Я буду на самой крыше стоять.
За пирожками полетели. Блин, там столько построек офигенных, так что, ребята, впереди очень много классных рубрик. Если вам нравится такая рубрика, напишите в комментариях, мы хотим еще. И мы снимем более что-то масштабное. И будем использовать вместо оружия Шрек, возьмем машину с ракетницами. И больше расстояния можно будет использовать. Ну и, конечно, будет оружие помощнее. Фу, залезай, давай. Ну что, пацаны, вы залезли? Нет. Да. Нет. Так. Да, вообще-то. Ну и давай, начинай, потому что будем считать от смерти, кто умрет. Первая пошла базука. Ой. На тебе. Красиво, Рара. Поднимался. Молодец. Ну, видишь, не повезло. Ба! Вот это жестко. Вообще молодец. А ты вообще хорошо. А! Оно взломается. Пацан, я к вам упал. Ой-ой, вы слышите, как хрустит все внизу? Да. Переешки. Вы сейчас упадете, вы сейчас упадете. Тихо, давайте посмотрим, что там вообще. Внизу же ничего нету. Прям в нас! Ай, жестко! Одна лестница осталась. Бум! А кто? Может, еще там кто-то остался? Или их там двое? Да, там остались. Дима, двое. Можно я тебе... Двое? Можно я помогу Саньку? Не-не-не. Не, я сам. Должен один, кто выиграл. Все по-честному, ребята. Давай, давай, гаси. Я вижу. Кто-то из них должен выжить. Я выжил. Фриз, молодец. О, давайте поставим подальше, и давайте он сможет использовать РПГ управляемую. Как вам такое? О, давай. Мы тебя сможем, ребята, через всю карту можем. Все. Вон, летит. Пацаны, летит базука. Ура. Красиво. Бум. Все, сейчас будет все гореть, кстати. Еще одна полетела. Кстати, базука тоже очень большой плюс имеет, что он может стрелять только по одной штуке. И пока это не взорвется, следующее не запустить. Блин, а с базуками получше будет, да, пацаны? Да. Ну да. Ну Шрек тоже интересно. Так, он зараза в мою сторону запустил. А! Ну тебя нафиг! Постройка горит. Ого, кстати, да, постройка горит. Ладно, давай. Ой, лопаются доски, пацаны. Ой-ой-ой. Так, я вот тут буду стоять. Бам! Молодчик. Я еще и выжил. Это как... А сколько жизни осталось у тебя? 88. Ой, лопается все больше и больше. Спасибо за жизни. А запустил он базуку? Да, запустил. Да. Надо здесь просто стоять за вышкой как раз. Она не будет как бы видно. А теперь уже все видно. Уже теперь жестко придется выживать. Летит, пацаны, базука, я вижу. Ого, он еще балуется специально. Мы не знаем, в какую сторону она будет лететь. Он специально в разные стороны петляет. Кстати, можно ее вверх направить, сверху вниз. Да, будет по красоте вообще? Да. Красоте. Так. Я вижу, балуется базукой. О, зараза, прям над головой. Я живой. Зараза. Я живой, ребята. Кстати, есть сейчас шанс у меня выиграть. Есть шанс. Потому что я очень... Блин, жопа горит. Блин, внизу... Даю. Прям по мне, по башке попал. Можно на лестницу? А, тут же спаун стоит. Давайте спаун удалим. Ладно, я проиграл, я улетаю. Бум, красиво. Давайте посмотрим с его стороны, как это вообще. Никто не выжил, походу. Никто не выжил? Никто не выжил. Я выжил. Арара выжил. Арара, ну или нет? Еще я тут живой. Двое. Давайте возьмем зумчик, и мы сможем... Смотрите, что он делает с базукой, красавчик. Обмануть хочу, колдую, ворочу. Там Арара еще фору. Ой. Непонятно, куда будет ли... Я выиграл. Ну что, молодец. Ну как это нечестно? Надо было убегать. Да меня все стреляли. Я выиграл. Так, ну что, а это тот, кто выиграл, он уже стрелял или нет? Я уже стрелял. Давайте Арара, чтобы пострелял. Он же хочет. Хорошо, давай. Арара, можешь выбирать сам оружие. Ты ходишь чем? Базукой или Шреком? Базука лучше. Базука лучше. Давай, знаешь, хорошо, базука там есть будет. Есть такая базука, которую именно ты от лица ее управляешь. О, а как так делать? Твой бокс классик, там Валькирия. Я понял, да. Так, постараемся вообще далеко поставить здание сейчас. Твой бокс классик выбирай, и там Валькирия Рокетс. Так, ребята, я сейчас ставлю здесь спаун, можете килл прописывать и здесь появиться. Все, поставил спаунчик. Отлично, первый есть. Реально прикольно. Это прям, тогда летишь от вида ракеты, да, самой? Да. Подождите, пацаны, я вас поправлю, не переживайте. Мы в груди застряли. Не-не-не, все нормально, мы их повытаскивали друг друга.
Дима, садись на стул. Не-не-не, я буду сейчас пытаться уклониться от базуки Арара. Ну что, Арара, давай. Начинай. Блин, у меня как доска придавила. Я буду тут стоять. Мне все подсвечиваете. Надо подальше. Да, кстати, да, мы у него подсвечиваемся. Да-да-да. Эй, может это нечестно? А-а-а! Меня туалет прибил! Блин, надо подальше. Короче, все, пацаны, я проиграл. Блин, быстрая смерть у меня произошла. Вот-вот эта ракета, кстати, летит. А ты нажми правой кнопкой мыши, и она будет быстрее лететь. Ты можешь ее ускорить. Нет, левой кнопкой мыши. Да, можно, можно. А, значит, нет, это не... она ускоряется. Она должна ускоряться. Ты в пол стреляешь, ты в пол стреляешь. Быстро летит или нет? Быстро. На левую кнопку мыши можно ее ускорять. Да, ты запусти, а потом еще раз нажимаешь, она быстрее летит. Я на правую нажимаю. Во, видишь, ты ускорил ее? Ну, бум, красиво. Давайте возьмем камеру в руки, чтобы наблюдать, что там происходит. А, я вижу, на крыше один шкерится. Ой-ой-ой! Все, Саняк умер. Метрохает меня. Так, я вижу, пацаны. Ой, красиво! Полетела еще одна. На крыше один. Вот здесь вот. Бам! Прячется. Опа, все, уже голую жопу видно. Уже не запрячься, Арара тебя видит. Красиво, блин, у нас оружие накачанное. Прикольно, можно управлять ими. Так. Красиво, красиво, смотрите, прям куда летит. Чтобы убить того че... Живой! Живой, да ладно! Так, вас двое там осталось, да, пацаны? Вверху вниз, смотрите, как красиво запустил. Ну, прям... Красиво, красиво. Летит ракета. Ты не отворачивайся. Черный, зачем ты отворачиваешься? А, она не долетела? Эй! Понял. Красиво, красиво, красиво летит. Эй, ты что, косожопый? Ты же стрелять не умеешь. Приближается базука. Красиво, ну даже мне ничего жизни не отняло. Хотя больше всех яйцовки. Так, пошел уже пожар у нас. Очередная бомба летит. Смотрите, ничего даже не будет. Ой. А это он мимо пролетит. Ой-ой-ой, пацаны, пожар. А где тушители можно брать и тушить, да, пацаны? Да, да. Да, бери, туши, Дима. Так, оружие. У нас есть тут... Туши, туши, я тоже возьму сейчас огнетушитель. Только уже не помню, где он. Вот он. Все, потушил. А там другой. Дима летит в траве от тебя. Дима летит в траве. Я убегаю. Я упал на яму. Нет, я был не упал. Да, ну все, упал. Ладно, буду наблюдать за пацанами, как они выживают. А ну, короче, когда он попадает в здание, начинает как-то странно вести себя здание и выталкивает. И скользишь постоянно. Да. Ой, красиво попадание, меткое. Летит. Я вижу, вот она. Приближается. Красиво, красиво. Бум, еще в конце как-то обвел немножечко. С понтами, короче. Стрельба на понтах. Затушим пацанам. Летит еще одна, пацаны, будьте внимательны. Тихо-тихо. Бум. Арара, ну что там, нормально все? 20% жизни. Нормально. Жопа горит, упадешь. Крыша, по башке, осторожно. Летит, 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 летит. Бам! Отлично! Так, приближается, я вижу. Бам! Пойдет. Прицел просто имба. Еще очередная летит. Пацаны, будьте осторожны. Осторожно. У нас тут рапс. Так, сколько у нас еще живых тут? Раз, два. А кто-то воз... А, это все. Два человека живых осталось. Давайте проверим. А, трое. Ребята, давайте будем смотреть, кто из них лучший. Вау, вот это было четко. Я думал, все-таки умрет. Это кто у нас, получается? Фриз. Еще бы чуть-чуть, бы и погиб. Гусенок, на тебя летит базука, я вижу. Правильно делаешь, текай. Ай, бля! Надо было мне не слушать. Я выиграл. Арара, ты молодец. Красавчик. Так я еще живой. Нет. А, вот еще форум живой на доске стоит. Иди отсюда. Ну что, зря я поздравил Арара. Так рано. Все-таки еще один должен быть у нас проигравший. Ну что, решается судьба, сейчас кто проиграет. Из них выиграет. Нет, ты не проиграешь. Бум. Давай, брат.
А фора на досточках так стоит. Мы будем считать, что он все равно еще победитель. Он не, видел, он не коснулся земли. Когда земли коснется, только тогда. Ой. Так. Ты что, не видишь, куда стрелять? Вот доски здесь. Нету там никого. Есть там. Вот он. Стоит, я... стоит. Ну ты косожопый. А рара хотел обмануть? Было бы прикольно, кстати, если бы он по нему попал. Летит, летит. Арара, будь готов. Он может в любой момент поменять траекторию базуки, и она в тебя врежется. Да. Вот как я и сказал. Вот хитрый, да, какой? Помогаем, тушим, тушим, тушим. Пацаны, мы вас выручаем. Мы сегодня огнетушителями, пожарниками заделались. Все, затушили. Так, Арара живой. Базука летит. Двое людей выживших. Кто ж из них останется победителем? Все? Арара выиграл. Арара, ты победитель. Ну что, не зря я поздравил Арара с победой. Он на сегодняшний день победитель. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.